Здравствуйте, меня зовут Даниил Владимирович, и сегодня мы с вами проведем занятие по тэквондо. Темой нашего занятия будет растяжка. Это одна из составляющих данного вида спорта. Начнем мы наше сегодняшнее занятие с подготовительной части, с разминки. Первое упражнение. Ручки на пояс, ножки вместе. Наклон головы вперед-назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Делаем 8-10 повторений. Второе упражнение. Ножки на ширине плеч, ручки вниз. Круговые движения руками вперед. Раз, два, три, четыре. Назад. Пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Делаем 8-10 повторений. Следующее упражнение. Ручки на поясе, ножки на ширине плеч, правая рука вверху. Наклоны в стороны. Раз, два. В другую сторону. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили, делаем 8-10 повторений. Следующее упражнение называется звездочка. Ножки вместе, ручки вниз. Прыжок, ножки в стороны, ручки в стороны. Возвращаемся в исходное положение. Показываю. Раз, два, три, четыре. Закончили, делаем 8-10 повторений. Наша небольшая разминочка подходит к концу. Переходим к основной части. Первое упражнение. Ножки на ширине плеч, ручки вдоль туловища. Наклон. Делаем 8-10 повторений. Показываю упражнение. Раз, два, три, четыре, пять. Закончили. Делаем 8-10 повторений. Следующее упражнение – выпады. Делаем 8-10 повторений. Начинаем в правую сторону. Раз, два, три, четыре. В другую сторону. Пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Переходим к следующему упражнению. Упражнение «Сет, ноги врозь». Упражнение выполняется. На раз наклон в правую сторону, на два наклон в центр, на три наклон в левую сторону. Упражнение начинай. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили упражнение. Упражнение выполняем 8-10 раз. Следующее упражнение называется «Коровка». Садимся на пяточки и ложимся на спину. Пяточки должны быть в стороны, повернуты в стороны. Ягодицы должны касаться пола. Поясница прямая. Лежим 20-30 секунд. Поднимаемся. Следующее упражнение называется «Коровка». Садимся на пяточки. Пяточки должны быть повернуты в стороны. Ягодицы касаться пола. Ручки ставим на пятки. На раз прогибаемся в спине, голову откидываем назад. На два исходное положение. Раз. Два. Раз. Два. Закончили. Завершающее упражнение в основной части – это шпагат. Поперечный. Правый, левый. Ножки должны быть прямые. Носочки натянуты. Садимся максимально низко. Молодцы, закончили упражнение. Переходим к заключительной части нашего занятия – заминки. Ножки на ширине плеч, ручки на пояс. Вращение тазом в правую, в левую сторону. Выполняем 8-10 повторений. Раз, два, три, четыре. В другую сторону. Пять, шесть, семь, восемь. Хорошо. Следующее упражнение для заминки. Ножки вместе, ручки вдоль туловища. Подняли ручки вверх, встали на носочек, сделали глубокий вдох. Опустили вниз, выдохнули. Делаем 5-8 повторений. На сегодня наше занятие закончено. Спасибо за внимание.